Ползает грязнуля. В барбусятнике после добавления торфа вода просветлела. Растения растут нормально. Собираюсь на днях за новыми жителями, за новыми питомцами. Обязательно вам покажу. А еще здесь обнаружил интересное растение в этом аквариуме. Вот такая гадость появилась на фильтре. Водоросли. Но это есть только на фильтре пока. Меняется немножко параметры воды в этом аквариуме. О чем и говорят эти водоросли. В этом замечательном аквариуме сделал небольшую прополку. Убрал рогалистник из этого угла. Добавил туда немножко удобрений. Вот таких. Плант-эликсир. Из расчета 20 мл на 100 литров этой воды. Сейчас после подмены вода красивая, прозрачная. Но сейчас мы это исправим. Сейчас мы внесем торф в эту воду. Ну вот так, осадочек остался на дне банки. А торф рассеялся по аквариуму. За сутки он ассимилируется, и вода опять будет прозрачная. Не такая белая, как сейчас была до этого. Но это процедура необходимая. Только что закрылись нимфейки в пруду. Сейчас по просьбе одной из моих зрительниц мы доставим корешку с анубисами. Я думаю, что за месяц эти анубисы нисколько не изменились. Как были грязные, так и остались. Ну вот так вот выглядит коряга с анубисами. Они стали еще грязнее, на мой взгляд, в бассейне. Собственно, я просто выкинул их в этот бассейн. Возможно, попробую немножко реанимировать часть из них. Но попозже, пусть еще месяц позамокают. Возможно, им здесь очень темно, в этом бассейне. Весь зарос нимфеями. Сейчас я попробую сделать тестирование этой воды, также по просьбе одной из моих зрительниц. И посмотрим, какие параметры воды у меня в этом бассейне. В верховьях реки, впадающей в океан, прошли дожди. Торфяную воду из болот погнала в реку. И сейчас в этом солоноватом аквариуме торфяная вода. Подсоленная торфяная вода. Пробуем, что из этого получится. Это нисколько не противоречит правилам солоноводного аквариума. Такое вполне может быть в природе. Ну вот, я провел тестирование воды из прудика капельными тестами НИЛПА. Вот она сама, эта вода из прудика. И у меня получились вот такие результаты. Несколько выше, чем я ожидал, оказалась карбонатка. Около 9. Кислотность нейтральная, что очень хорошо. Фосфаты и нитраты практически по нулям. Нитраты показывают 5, но просто эта шкала не имеет другого деления. Вот, как мы можем видеть, чуть-чуть розоватая, что соответствует пятерочке. В общем-то, эти показатели меня вполне устраивают. Хорошо для живородок, хорошо для растений и плохо для водорослей.